А вы типа на общем серваке играете? Да, тут в этом вся и фишка. То, что ты лутаешься, забиваешь весь корабль с сокровищами, потом тебя приплывают, бьют лицо и все забирают. Да не, я видосик видел. Он старый, неинтересный все. Так сказать, я этот видосик уже в 2007 смотрел. Ну это ты что-то его поздно смотрел, блин. Ну, раньше у меня интернет не был. Не знаю, как ты его смотрел, на видике? Я просто информацию получал из... Я еще до этого ее в газете прочитал, когда еще телевидение не изобрели. Там скриншоты были. А я еще у голубей, когда они доставляли почту, вот я перехватил голубей и прочитал. А я еще тогда, когда голубей не было, еще только динозавры были. А я вообще там, в пещере короче... на стене написано, прочитал, там написано было. Так смотрите, с голубями, там голуби летели и быстро газету проносили. И там такой комикс получился. Мультик, да. Ну видишь, я даже знаю, о чем ты говоришь, потому что я этот мультик создал. Да было написано об этом, я говорю, на пещере. Может быть, ты мультик создал, но технологию-то я придумал. Еще когда Лех по пещере бегал и картинки вот смотрел одну за другой. Ну я позвал Леху, говорю, что ты сидишь, лучше нарисуй что-нибудь на стене. Вот и он нарисовал мультик. Столько я заебался, моя конечно, была. Видосик с членами смотреть. Так а мы разве не про него говорим, не про этот ролик? Не, я про то, что первый видос. Ну это типа когда Лёха много картинок на стене в пещере нарисовал, а потом бегал туда-сюда смотрел. Нет, он просто крутился на месте. Я к нему веревку привязал и быстро дернул за нее. А потом я в стекло попал. Ну ты сначала как бы стекло изобрел, наверное, а потом уже в него попал. То есть спустя несколько веков. Ну да, да. Сначала стекло изобрел, а потом рюкзак. Но до этого я сначала кручение изобрел. На месте вот так вот. Знаешь, вправо. Не, кручение я изобрел, когда я все это нахую вертел. Бля, я хотел тоже провести, но я не знал как. Блин, пацаны, а вы не хотите ли мне выплачивать какие-то компенсации за то, что пользуетесь процессом изобрел, который я изобрел? Да, а ты словами не хочешь заплатить за то, что словами мои? Да, а буквами мне кто будет платить за буквы? Извините, за звуки вот эти вот, которые... Может, я вы вот думать придум... перестанете уже? Да, вот за открывание рта, каждое открывание рубль стоит, если что. А ты что, проститутка? Или ты нас шлюха назвал? А вот то, что вы связки напрягаете голосовые, вы не охренели вообще вот это, то, что я изобрел? А мне кто? Слышь, а то, что мы в доте за тени кентавра играли? Я вообще-то тени изобрел так-то, не забывай про каменные пещеры. Или это другие связки? Не-не-не. А вот про что? Про другие связки он рассказывал. Подписывайся на мои соцсети, ссылки в описании.